Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Находки Манили. Сегодня мне попалась вот такая интересная вещь. Вот такая вот капсула времени. Коньки фигурные. Такая вот коробочка интересная. Здесь надпись вот есть. Коньки фигурные. ГОСТ. 61 год. Дата изготовления не указана. Дальше давайте откроем ее, посмотрим, что внутри. Вот такая интересная коробочка, плотный картон. Открываем. И смотрите, что внутри. Внутри вот такая интересная бумага тех времен. Коньки новые совершенно, они еще в масле. Здесь вот идет маркировочка, 3/4 размер, 66 год и цена. Первый сорт и цена 4 рубля 70 с чем-то копеек. Сейчас на втором посмотрим. Так он весь в масле. Ага, первый сорт. 4 рубля 76 копеек. Вот такие вот абсолютно новые острые коньки. Здесь такие зубцы для того, чтобы тормозить. Класс, очень, очень зачетная вещь, необычная. Здесь еще вот в комплекте идет вот такой сверток. Блин, здесь все эти шурупики, которыми прикручиваются эти коньки к ботинкам. Обалденная вещь, блин. Вот эта вот бумага интересная, ихняя, советская, тех времен. Класс. Очень-очень интересная вещь. Действительно, когда такие вещи попадают в руки, с тех времен, абсолютно новая. Очень даже... Здесь еще клейма какие-то стоят, вот разные. На пяточке клеймо. Вот такая обалденная вещь попалась сегодня. Очень-очень порадовала. Обратно ее упаковываем. Фотографировать и выставлять на продажу. Все, друзья, спасибо за внимание. Ставьте обязательно лайки и подписывайтесь на канал. Все, всем удачи, всем пока.